проект СОПКАМ. Вы припарковали свое транспортное средство вторым рядом. Будьте любезны, перепаркуйте свой автомобиль. СОПКАМ Самара. Сейчас мы вам наклеим наклейку. Мы будем вынуждены наклеить вам вот эту, которой у нас нету. У нас есть только такая. Но она вам явно не подходит. Будьте любезны, перепаркуйте свой автомобиль. Либо включите проблесковые маяки, дабы отойти от пункта правил. Строили весь район. Будьте добры, пожалуйста, устраните свое нарушение. Пожалуйста, СОПКАМ. Федеральный проект СОПКАМ. Самара. Самара. Тихо, подарок. Самопровозглашенный проект. Передай. Будьте так любезны, смотрите, сколько СОПКАМа. Лучше от греха. Сейчас заедет, задает. Вот, спасибо огромное. Благодарим за это, как вас, за понимание. Так, а ваш водитель перепаркует? Перепаркует, отлично. Слева уезжает. Зачем вы так какой-то нарушаете все? Нарушаете. Нарушаете на остановку вторым рядом? Нет, конечно. Никакой остановки нет. Вопрос федеральный проект СОПКАМ. А, вы на ходу выпрыгнули? Чтобы ваш водитель на будущее не припарковал. Да, поддерживаю такое движение. Спасибо правильно. Большое. Надо уважать других. Спасибо. Огромное. Обязательно. Спасибо, спасибо вам. И вам спасибо. Спасибо, что нас поддерживаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо. У тебя да, должен называться 100 грамм. 100 грамм. Только он или я. Да. Что там говорят дальше? Спасибо за понимание. А кто там говорит? Загугли, Гагарин спасу. Ты где? Он не знает, как ее включить. Чего, где? На октябрьскую? Это. Слушай, там стоит вторым рядом. Верни его посмешки. Слышь, тут на всякий случай маяки включим.